Давайте тогда познакомимся с вами. Кто меня не знает еще, я Ирина Уманцева, проживаю в городе Кропоткин, Краснодарский край. У нас здесь, смотрю, 22 человека. Напишите, пожалуйста, в чате, в каких вы регионах проживаете. А я пока немножечко расскажу про себя, да, как я попала вот в нашу бизнес-систему. Я работала до этого проекта в различных сферах. Это и банковская деятельность, это и торговля. Последнее место работы официально – это Министерство финансов Краснодарского края. Оттуда я ушла в декрет со вторым ребенком. И будучи в декретном отпуске, я узнала, что нашу организацию, отдел наш полностью сокращают. И тут пришло такое время, да, подумать о том, что, чем же я буду заниматься. Выбор стал еще в чем. У меня двое деток, мамочки с детками поймут меня, да, что чем старше ребенок, тем больше появляется различных таких моментов, которые нужно уделять, где нужно уделять ребенку время. Да. Это и школа, и какие-то секции, тренировки, ну, в общем, репетиторы, все что угодно. Да. Второй ребенок вот пойдет в садик, точно так же начнутся и у него какие-то дополнительные занятия. И тут вот стоит вопрос о том, что делать маме. Либо она выходит на работу и, к сожалению, не может уделять столько времени своим детям, сколько хотелось бы, либо она сидит дома, ничем не занимается, да, и, ну, занимается детками, семьей. Каждый делает свой выбор, но у нас есть потрясающая возможность сидеть дома, заниматься семьей, уделять внимание своим детям, и при этом саморазвиваться и быть успешными, иметь доход. И об этом сегодня мы с вами поговорим подробнее. Вот я вижу, что различные у нас города, да, это и Махачкала, и Хасавюр, Казанская станица, все отлично. Итак, что же такое, собственно говоря, бизнес-система, да, TR Group, и что она означает? У меня как-то медленно действует сегодня интернет. Скажите, пожалуйста, слайд перевернулся? Да, да? Отлично, я у себя не вижу, что там. Так, сейчас, секундочку. Да, ребят, я извиняюсь, немножко тут у меня подтормаживает что-то, и я не вижу, что говорится. Сейчас я секунду еще раз перезайду.
Так, ну что, все, наверное, видно, слышно, да? Вот так, ребят, проверяешь, проверяешь перед началом, вроде все работает, потом раз и какие-то неполадки. Еще раз извиняюсь. Или сегодня с интернетом что-то не так, не понимаю. Так, все видно, да, все хорошо? Ну, дай бог теперь, чтобы презентация еще пошла нормально. Так. Да. Здравствуйте. Как меня слышно? Меня зовут Фатима Исраилова, я из Дагестана, предприниматель нашей прекрасной компании Oriflame. В этом году закрыла звание директора. Планирую в каждом году закрывать несколько. Так, начнем. В чем заключается наш бизнес? Заметьте, почему наш бизнес является бизнес 21 века. Кто любит слушать, смотреть обучающие, мотивирующие видео Роберта Киосаки? Плюсики поставьте. Да. Почему наш бизнес является бизнесом 21 века? Потому что по сравнению с традиционным бизнесом, наш бизнес без финансовых вложений и риска. То есть мы не боимся никакого кризиса, мы не боимся никаких спадов, да, на мировом рынке, и что мода поменяется на что-то, или же конкуренты у нас будут, потому что наша компания вне конкуренции. Почему? Наша продукция такая, что каждый день без нее никак. Да? Даже в военные времена бриллиантовые сережки меняли на кусок мыла. То есть наша продукция является самой востребованной. Каждый день мы должны с утра умываться, купаться, да, наносить, ну, приводить себя в порядок, наносить самое-самое, чтобы быть красивой, да, еще краше. Вот, и поэтому
У нас нет конкурентов ни в традиционном бизнесе, ни в сетевом, потому что наша продукция самая лучшая, сделана на растительной основе. Даже название Oriflame, это переводится как «золотое знамя», да, для шведов. То есть это означало удачу для рыцарей во время боев, да, победу. Вот. А Oriflame подразумевает уже не золотое знамя, а зеленое знамя. То есть все сделано на растительной основе. Поэтому к нам идут и присоединяются, сотрудничают, потому что хотят пользоваться только натуральным продуктом. Да? Вот, и при этом не переплачивать. А мы как раз получаем все с завода, все с наших фабрик. У нас их 5. Вот, один в нашей стране, это Подмосковье, вот, и мы получаем все с прямыми поставками, мы не переплачиваем ни курьерам, не переплачиваем никаким парфюмерным магазинам, вот, плюс еще не просто не переплачиваем, но и получаем все со скидкой, 20% всем консультантам, кто делает 150 баллов и больше, там уже дополнительные скидочки и подарки. Как я приглашаю людей в наш бизнес 21 века? Работа в интернете. Работа в интернете сейчас является очень актуальной, потому что многих подразумевает, Oriflame — это продажи, ходить, продавать пакеты. Ну да, не у всех это получается, особенно у меня, я не умею продавать, к сожалению. Вот, хотя было бы очень классно, но я стремлюсь к этому, чтобы продавать на Вейджи, моя любимая серия, это Ultimate Lift и... Все три вида, да, но это True Perfection, Collagen. Вот, но больше всего я люблю Ultimate Lift, особенно их сыворотку. Даже на обучении недавно мы слушали, что бывает так, что женщины просто не успевают проходить на мастер-класс, у нас очень занятые женщины, вот, имело дело с собой носить все время сыворотку нашу, это наш активатор. То есть, попробовав аромат, попробовав... моментальные изменения на коже рук, просто вот нанести на одну ручку, да, и сравнить со второй, то уже задумывается любая женщина, действительно, если это всего лишь активатор, дает такой мгновенный эффект, какой эффект даст вся серия, да, и сразу же уже задумывается, а может быть и стоит взять, попробовать, тем более у нас вся серия стоит со скидкой очень по доступным ценам, вот, и проводя сессии мастер-класса, я говорю, именно сегодня скидка для тех, кто зарегистрируется и приобретет нашу серию, вот. И, к сожалению, работа в интернете невозможно сразу показать, да, провести мастер-класс, к сожалению, может, в скором времени и это возможно будет, но я даю человеку право выбора. Потому что у нас работа в интернете удобна для школьников, для студентов, для мам в декрете. Вот. И для тех, кто работает на какой-то работе, да, не хочет там по каким-то своим понятиям оставлять. Вот. Но при этом хочется дополнительный заработок. Интернет. Вот. И что я обычно говорю людям? Обычно бывает трудно сказать сразу, присоединяйся к Oriflame. То есть у человека создается такой для себя вопрос, а для чего мне это надо? И в этом случае я привожу свои примеры, почему я подписалась в Oriflame и сотрудничаю. Вот. И говорю, а какие у тебя есть мечты, планы, цели, да, на этот год?